В этом видео вы узнаете, как можно продавать B2B партнерам в гостиничном бизнесе с помощью видео. Так мы делали для замка в Подмосковье. La Ferme de Reuve. Простите за французское произношение. Компании требовалось разослать информацию о себе нескольким сотням компаниям по организации мероприятий, чтобы они могли предлагать это своим клиентам. Для этого был задуман видеоролик, видеопрезентация замка. И клиентами основными именно были данные агентства. После проведения встреч с клиентом и определения основных смыслов, которые нужно донести именно B2B партнерам, был сделан сценарий, где прописана аудитория, что презентуем, цели, главные мысли. И также написан дикторский текст, под которым мы определяли, что же мы будем показывать. Видеосъемка заняла у нас 2 дня. В первый день была проведена видеосъемка с квадрокоптера в разное время суток, утром, вечером, самые лучшие часы для съемки. Во второй день были досняты пейзажи, различные детали, животные. Данное видео было размещено на флешках и вместе с буклетом и предложением разослано по всем агентствам. Ну и уже на данный момент получено ответов от более десятка агентств. С помощью создания видео получилось донести основные смыслы и преимущества до партнеров. Партнеры также могут использовать данное видео для продажи своим клиентам. И таким образом вы можете продавать свои услуги B2B клиентам. С вами был Михаил Салаев. Если вам интересно смотреть другие кейсы, подписывайтесь на наш канал и будьте на виду. We'll be right back.